Павел Архилин, Форт Террас. Синий уголовник для Марата Милосердова, спортивный блок перспектива. Бери с того ракурса, иди справа. Паша, не спеши только. Знаешь. Не спеши, не спеши. Реверс. Да не тяни сразу к голове. А ручки, Паша, где? Давай, Паша. Да, хорошо. Молодец, Паша. Шоссе, шоссе, шоссе. По воздуху. Не мог. Обмани. Вот так, хорошо. Вот хорошо в опорную. Вот так. Паша, не спеши. Руки у тебя вот что, нет рук? Руками тоже работать нужно. Вот так. Ой, хорошо, живот. Вот так, хорошо. Прямой живот, да. Отдать. Паш, да не бей ты фуэте постоянно. Ну кинь ты прямой четко, боковое шоссе закинь. Не забывай, что по ногам нужно работать. Паша, где прямые в корпус руками? Где они? Вот хорошо, живот. Да что там раскручивается у него? Скотч где? Ребята, скотч. Дайте скотч замотать. Почему сразу не замотали? Паша, под блок запрыгни ножкой, хуйте сделай. Или прямой. Под блок, вот так. Вот хорошо. Дайте щиток. Скотч, дайте. Где скотч? Скотч, дайте. Ну, быстро, 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 быстро. Быстрее. Ребята, вы что, проблемы? Только что скотча мотались. Где скотч? А этот он тоже раскрутился. Скотч где? Только что мотался. Давай, Паш, давай, вот так, работай. Давай, Паш, обмани, Паш. Вот так, здорово. Паш, Паша, Паш, много гуляешь, много делаешь лишнего, толку мало. Паш. Командом занимается 2 года. Провел 28 боев, хотя 15. Паш, где в корпус, где выход? Сделай, ты ни разу не сделал, ни разу. Руками похвати. И от блока туда хуйте поработай. Вот живот хорошо. И руками. Голенью. Руки. Ну встреть справа прямой. В живот. Встреть. Где нога-то? Правой ногой-то пусть добавляет. Вот хорошо. Отдай, Паш. Давай. Темп, значит темп. Давай, темп. Так, скотч дайте, ребята. Вы только что мотали скотч. Кто здесь мотался скотч? Вот только что здесь. Вот здесь скотч был. Где он? Тут какой-то дядя подходил со скотчем, там мотался. У нас моток скотча был. Где он? Делся. Сейчас дадут минус балл за счет. Найдите скотч. Просто найдите. Вот так, Паш, хорош. Ножки там добавляй. Вот так. Попадай. На... Ну, закончи ногой, хорошо, живот. Хорош. Еще нога. У тебя под блок туда.
Давай, вот так, давай, во. И за ним сразу. Да не только фуэты, блин. Возьми еще. Оденьте потом. Кому? Да Паша же щиток тоже. Кому минус балл даже? Не-не-не. Марату? Голь не бьет, да? Вот хорошо опорну. Ему. Стоп, Паш. Быстрее. О, молодец. Быстрее, работай. Вот хорошо. Быстрее. Молодец. Отдать, вот хорошо, молодчага. Давай. Отлично, Паша. Ну... Опять ножка здесь опаздывает. Быстрее. Так. Вот. Паша, правую прямую, засунь в живот. Паш, правую прямую рукой, засунь, правую прямую длинный в живот. Паш, вот левша, ну закинь, на, выйди. Задней рукой, задней, длинный кинь, вот живот, и ножки закончи. Паш, по раундам 1-1. Последний раунд. Синяя перчатка. Является владельцем первенства Санкт-Петербурга 2012 года. Тренируется в клубе «Перспектива» под руководством Александра Егорова и Владимира Градова. Готовится 17-я пара Дениса Гайдака Александра Санчи. Паша, угол правильно, свали и удай, понял? Паш, покажи в гол, ударь справа в корпус и ножка переведи. Показал? Справа, нога. Вот. Отдать. Отдать. Вот хорошо в опорну. Вот накидал. Вот отлично. Корпус. Давай, ножка вперед. Сделай пас красиво. Вот так. И шоссе закончишь боковым. Вот так, здорово, Паша. Еще догоняй. Отдать, Паша. Вот так, здорово, Паша, здорово. Ну сейчас мне нас балдует. Да? А за что? За превышение. Предупреждение. Минус балл. По минус баллам поровну. По 7 раунде плохо что. Давай, Паш, работай. Отдать, Паша, концовочку! Давай, вот так, отлично. Вот так, умница, давай. Давай, Паша, работай, темп. Давай, Паш. Вперед. Давай, все, не шагу назад, Паш, давай. Давай, бей его, все. Давай, Паша. Вот так, вперед. Точнее, вперед. Паша, очки набирать. Вот так, а руки, вот руки так, где? Вот так, здорово, Паша.
А в этом бою единогласным решением судьи победу одержал Павел Архивин, спортивный клуб «Партен». Для награждения приглашается Азарбек Аркулов.